Давайте с вами поговорим, да, давай, про маленькие мечты. Какие у вас в детстве и, возможно, сейчас были маленькие мечты, которые осуществить легко. То есть это не больше 1000, например, рублей. Там, или может у вас... Ну, гривны, я не знаю, сколько там, на что они там умножаются, или евро и доллары. Ну, такие вот маленькие денежки, которые легко накопить, который, то есть, получил зарплату и от зарплаты там взял мизерную часть и купил там, то есть, 1000 рублей там, не знаю даже, как сравнить вам, который в магазин можно пойти и купить там разных фруктов, допустим, где-то набрать на 1000, сейчас, наверное, реально несколько килограмм. Вот. Также расскажу, какие были мечты еще у меня. В детстве, конечно, хотелось больше игрушек, там конструкторы вот эти я очень любила, машинки там периодически. А когда я уже выросла, с мужем мы стали жить, вот там вот у меня прям уже побежали маленькие мечты, допустим, собрать целую коллекцию мастихинов. Мастихин — это такая штучка, которая при живописи нужна. То есть я сначала узнала еще до знакомства с мужем, что они существуют. Пошла в художественный магазин, у нас еще их не было, то есть за границей они уже были. Там вовсю рисовали ими, а у нас не было. Они появились гораздо-гораздо позже. И стоили они, когда появились, одна, ну там такая маленькая лопаточка, и одна лопаточка стоила 250 рублей, я помню. А хотелось там целая коллекция, чтобы ее собрать, их порядка 10 штук было разных. И, конечно, посчитав, это была большая циферка, я начала копить. Вот, я начала копить эту сумму, чтобы как-то купить, собрать коллекцию, потому что мне хотелось ими рисовать. Как раз рисование маслом и дает все эти возможности. Вот, что эта сумма будет немножко большеватой, то есть 250 рублей за штуку. Но это, мне казалось, это дорого, но я очень их хотела. Я начала копить деньги, накопила там спустя какое-то время, прихожу. А поскольку их никто не покупал, то цену снизили. То ли там была акция, нет, по-моему, ее снизили, потому что сейчас такая же цена осталась. Они стали по 115. И я, вау, думаю, здорово, я могу всю коллекцию собрать быстренько, у меня еще останется деньги. И я могу купить что-то еще в художественном магазине. Вот, я собрала целую коллекцию, походила по магазину, посмотрела, что же я хочу еще. Поняла то, что я хочу теперь масляные краски. Я как бы о них мечтала уже очень-очень давно. У меня была подружка-художник, и она всегда говорила: Наташ, не покупай масляные краски, тебе это не надо, у тебя не получится рисовать, это очень сложно, не надо. Я все время думала, меня наоборот завлекало, почему у меня не получится, почему там у нее получается, а у меня не получится, почему у меня все получится. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я хочу масляные краски, мне срочно они нужны, а также вся коллекция, то есть разных цветов. Я посчитала там, сколько цветов существует, сейчас я уже не помню, сколько их там было. Посчитала цену, то есть сумма, какая это выйдет. Плюс белую краску, ее нужно было побольше, по-моему, тюбика 3-4 купила. Нашла магазин, где она более-менее дешево стоит, по-моему, да, и начала копить. То есть это вот была моя уже вторая мечта, я потом купила, осуществила ее. Они такие тяжелые, когда их много. Вот. Ну, масляные краски, они до сих пор у меня хранятся, и они могут, кстати, храниться годами, веками. У моего свекра масляные краски лежат уже порядка 40 лет, наверное, точно. То есть они до сих пор можно ими рисовать, то есть они не высохли, с ним ничего не случилось. Также там коллекция, я мечтала, чтобы у меня было много кистей, но это все живопись, конечно, у меня пошло друг за дружкой. Потом акриловые краски, там уже мне муж подарил набор, я захотела, там где-то 1500 стоил. Вот. Там, там было 1200, а к Новому году она стала вдруг 1500. Вот, то есть, ну, магазин Леонардо, он очень дорогой, у них подскакивают так цены неожиданные. Потом я просто перестала туда ходить, у меня, в принципе, все-все есть. Вот, потом я мечтала, чтобы у меня было много холстов,
чтобы рисовать. И как раз в фикс-прайсе появились холсты, но там рисунки по номерам были. Я подумала, ну какая разница по номерам, не по номерам, просто белой краской закрасила и рисую себе. Я собрала эту коллекцию, правда, еще не рисовала до сих пор. Мне никак все некогда. Да, я думаю, наверное, когда Дима пойдет в садик, мы с вами начнем рисовать. Вот, это вот все касается живописи. Вот, и также бывают сейчас еще у меня совсем маленькие, то есть небольшая коллекция. Вернее, не коллекция, а немного там, сколько-то штук грейпфруктов, чтобы мне хватило там вперед, допустим, на неделю, на две. То есть, хоп, у меня прям вышло. Я хочу вот именно 5 штук грейпфруктов, причем они, ну, дороговато довольно стоят. Не каждый их покупает, не каждый их хочет купить, может быть. То есть, допустим, 5 или 10, я хоп их собираю. И даже я помню одно время, это было, по-моему, до появления Димы. У меня был целый холодильник, причем он, не помню, почему-то он был пустым. По-моему, как раз Женька уезжал в Отрадный к родителям, а я там несколько дней жила одна, неделю, что ли, может быть, я жила одна. И ничего себе там толком не готовила, так вот по минимуму, там, ну, как-то готовить лень, надоело все это. И я покупала грейпфрукты, и помню, как я на кассе в очереди стою с этими грейпфруктами. А у меня на кассе их там лежит порядка 7 штук где-то, 7, 8, 10 что ли. И люди на меня так сразу смотрят. Мол, грейпфрукты? Она покупает грейпфрукты? Зачем? Зачем ей столько грейпфруктов? И так типа, там, сумасшедшая. Там. А я такая стою с гордостью. Я сажусь на диету, я буду худеть. Хотя там на тот момент мне было нужно было сбросить порядка там 3-4 килограмм, там совсем немножечко, но тем не менее. И я помню, в какой-то момент я открываю холодильник, а у меня просто на каждой полке лежат по 4 грейпфрукта. Вот так вот аккуратненько, там в ряд, с одинаковым расстоянием. То есть вот такое вот я помню. Их было много, их что-то собралось порядка штук 20 где-то так вот. И как раз муж приезжает с Отрадного, с продуктами уже, открывает холодильник, пустой холодильник, белый пустой холодильник, и в нем лежат вот эти вот грейпфрукты, одинаково разложенные. Он так стоит в таком шоке. Нифига, сколько у тебя грейпфруктов. Угостишь? Говорит, ты так разложены, прям аккуратненько. Ну, блин, как жалко, что я не сфоткала этот момент. Сейчас вот только вот в памяти остается. Сейчас бы посмотрела на фотографию. Вот. Он говорит, давай, говорит, как-то их складывай, чтобы мне разложить продукты теперь. Вот, то есть я выполнила свою мечту, и когда ее выполняешь, и так думаешь, боже, как хорошо! Как думаю, хорошо, Наташа, ты молодец, ты выполнила эту мечту маленькую. Вот, ну, какое-то превосходство, какое-то прекрасное чувство. Чего там у тебя? Что там случилось? Ой. Ой, чего? Стоим. Стоим? Стоим? Не знаю, что ты говоришь? Стоим. Стоим? Тайм? Сок. Сок? Какой сок? Есть. Что? Прям не пойму, о чем ты там говоришь. Сок, тайм, тайм, стоим. Вот. О чем у нас речь была там? То есть вот такие вот совсем это... Я считаю, это уже более мизерная, как бы, мечта, потому что она съедаемая, потому что она стоит гораздо дешевле, допустим, чем та, которая вот акриловые краски. Они тоже, в принципе, в какой-то степени съедаемые, не то, что съедаемые, да, а то, что она может закончиться. То есть она акриловая краска там или масляная, да, она может кончиться, ее как бы все нету. Если мастихины, они могут быть вечными, да, конструктор, он тоже может быть вечным. Вы, наверное, смотрели, как я в «Черную пятницу» накупила, сколько конструктора. Обязательно, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Это интересно. Я думаю, наверное, под Новый год это... У меня, наверное, единственные во всем мире такие подарки, которые я заказала сама себе. Я сомневаюсь, что какой-нибудь человек, конструктор, ну или что угодно там любой, закажет в таком количестве себе. Я сомневаюсь, что такие есть, но может быть и есть. Напишите в комментариях, есть ли такие, кто себе чего-то там, какой-то вещи на Новый год заказал очень много. Ну, какая-то там одна вещь, но более такая разнообразная. То есть как конструктор, но он разный.
разные там по темам. А недавно с шоколадками Альпенгольд капучино, я их просто обожаю. И когда они уже такие подтаявшие, то есть полежавшие в тепле, это обычно летом или в жару дома зимой, да? Они просто такие мягкие, они ароматные, реально кажется, что там капучино какой-то в шоколадке залитый. Они, блин, они просто восхитительные. Я захотела целую, ну, я захотела целую пачку. Это 20 штук в коробочке упакованные. Но я не нашла в коробочке упакованные. Такие коробочки у нас продаются только в ленте. А с коляской, с ребенком в ленту я не могу зайти, потому что там экскаватор. Там нет лифта. Вот поэтому я не смогла купить именно коробочку. И на них акция была, она недолго была. Я хотела именно по акции купить. Потому что по акции она стоит 40 рублей, а без акции она, наверное, 60-70 рублей. То есть, ну, смысл переплачивать. Тем более, их там в коробочке 20 штук, это получится довольно дороговато. Вот. Ну, я купила в Пятерочке несколько штук, порядка 8 штук, правда, они уже заканчиваются у меня. Вот. Такая у меня мечта, но я чувствую, что она сбылась, мне прям стало так хорошо. Вот, я, правда, еще в Ашане потом увидела, что там акция на эти шоколадки. Ну, не знаю, почему я не взяла. Я думала, что у меня их много, но они уже заканчиваются. Я надеюсь, что вы со мной вместе поболтали. Мне приятно, что вы вместе со мной болтаете, что вы мне пишете комментарии. Мне это очень приятно. Спасибо. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.